Здорово, друзья! В общем, сегодня будет очень прикольное видео. Самое обычное видео по PUBG. С вас, в свою очередь, я хочу попросить поставить лайкосик, и не знаю пока что за что, но надеюсь, вы поставили. Также вдруг, если вы еще не подписались, то можете подписаться. Хотя вряд ли вы этого еще не сделали, но все же. В общем, я желаю вам приятного просмотра, как говорится, приятного аппетита, кто ест. И могу сказать только то, что это просто проверочное видео для канала. Но мне будет очень приятно, если все-таки вы его поддержите. Ну все, пацаны, сейчас мы всех вынесем на починках. Вы знали, какое самое плохое оружие в игре? Револьвер. Нет. Ну, из того, что очень нормальное. Не пистолет, там не вот это вот все. А вот из нормальных пушек это вот Собакан, отвечаю. Нет, Собакан хуже. Так. Да не, Собакан вроде более-менее еще такая. Ну... Ты проверял ее в упоре? Проверял? Нет. У нее урона-то меньше, чем у Эмки, ведь. Он пизжи берила, я тебе отвечаю. Да не может я быть. Просто. Ну, хочешь, я тебе его отдам, он вообще срань. Да я его сейчас нашел. Хочешь, я тебе дам УЗИ? Так, там это, игроки, короче. Да-да-да, там игроки. Ох, какая отдача, жесть. А где игроки? Ой, какая отдача, жесть, вообще. Не, Собакан, параша. Офигенная пушка, я не знаю, что ты ее ненавидишь. А, да-да-да-да-да, еле убил. Еле-еле. Звук зато прикольный такой, эксклюзивный. Что-то не так с тобой. Так а его никто не любит, по крайней мере, мне это кажется. Не, я обожаю просто. Ну его может один такой? Так и двое, двое над нами летают, а тебе этого мало? Вот они прям тут уже приземляются. Ну дает, ну дает. Это было близко. Они тут у нас, вот тут, вот тут. Смотри, сейчас были тут, стал в лобби. Не понял куда. Понял откуда. Ну вот, это двое, а... Мы одного только забрали, правильно? Да. Вот. Что если я сейчас взорвусь? Как мне вылезти? Мне кажется, у нас сверху кто-то есть. Да, так и есть. Это так-то? А чё, это был ног только наверху или чё? Там больше никого нету. А почему я не могу? Тоже мы странно. Не кидал. Ха. Вроде бы не мы. Два Абакана, жесть. Вот эта пушка отстой, вообще ужас. Агапан лучше. Блядь, я же сказал, он здесь, сука. Давай, я его чекаю. С одной стороны, ты залетай, с другой. Да я хаешку прокидываю, отойдите. Отойди, хаешка, идите. Какая хаешка? Ну, можно и так, в принципе, можно и так. Пожалуйста. Чисто от души. Как говорится, глаз за глаз, хвост за хвост. Спасибо. Лутай. Я ж сказал. Так а я ж сказал, нечего все сбежать тут нахуй идти, блин. Прикольный, кстати, звук. Эксклюзивный. Ой. По мне эксклюзивный звук стреляет. А кто по мне стрелял? Это бот. Да-да-да, я его убил. Ого, сколько вы ботов много убили, молодцы. Ну что, ребята, на школу заедем? А, на дроп. Ну, можно и так. Поехали. Ты что делаешь? А как вы пролетели? Почему я не пролетел, а вы пролетели? Воу-воу, ну блин. Да ёбаный в рот, ты куда смотришь? Ну, это прикольный грузовик, это прикольный. Ой, на этот грузовик. Чего, там еще третья броня и третий шлем, можно так-то отобрать у него. Почему нет? В ТикТоке видел? Ну что, поехали это? Вы куда? Давайте вы нас-то заберите, а то я тачку сломал. Я по машине. В любом случае, короче, по ней просто шмаляй и все. Отдай нам лут! Опасная погоня. У нас тиммейт какой-то странный. Он не стреляет по машине. Что с машиной случилось? Почему она исчезла? О, появилась. На-н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 а.
Блин, у меня сейчас патроны кончатся, почему только я стреляю? Фига себе, хпшки у него показываются теперь, прикольно. Ребята, вы знали, что по ней нужно стрелять, кстати? Просто у меня патроны почти кончились, а вы что-то не стреляете вроде. А ну. Я тоже стреляю. Да конечно, один скоряка стреляет, другой вообще не стреляет, третий АФК. Обманываете меня вы, да? Все, мы его взорвали. Да, это точно победа, это топ-1. Чур, я забираю броню. Не, ну а что, я больше всех потратил патрон. Спасибо, спасибо. Очень приятно, очень приятно. Блин, везде эти Томпсоны. Ладно, Томпсон так Томпсон. А где вертикальная рукоятка? Не, я, конечно, все понимаю, да, но мне кажется, у вас есть машина, а у меня нету. У меня мотоцикл. И у меня занято. Ну, он же на колесах. Давай, я так. Все, меня забрали. Даже... Чисто мой личный водитель приехал и забрал меня. Вон там дроп, давай дроп хочу. Опа, опа. Аук. Ну, нет, ладно. Угловно. Ну, не сказал бы. Окей, давайте, если что, приму в дар пятерки. Но это потом. Ловушка. Так, людей осталось, в принципе, всего лишь мало. Надо было сбить его, чтобы забрать лут. О, фулл 3. Фулл 3. Хочешь фулл 3? Хочу, а он мне... О, у вас люди, БТР. У меня БТР. Какой БТР? Какой БТР? Ты что, у меня патрон не хватит на БТР. Где БТР? Нажимаем его. А он решил поплавать. Он думает, что мы плавать не умеем, что ли? Здорово, пацаны. Как дела? Бля! Вылез, вылез, вылез. Вы случайно не взорвитесь полностью? О, классно получилось. Все живы, да? Кабан, это говно, да? Кабакан. О, кабан. Кабан это короче топ. Кабан топ, да. Да. О, погнали, погнали, погнали за ним. Будем стрелять на этой говно. Ну а чё, я виноват, что ли, что ты там УЗИ никакой не взял? Да чё, а чё он улетел-то? В смысле, братан, ты куда? Он даун какой-то. А чё, так можно было, что ли? Не знал? А ты чего, в смысле? Так нечестно получилось. Я хотел сам его убить. А, ну тут, короче, понятно. Это какие-то дурачки были. Отдача капец на этой херне, Акабан. Да ты что, на Абакане большая отдача? Да ты что? Ой, Абакан. Да не, мне в упор вообще имба. Да ты будет что? Будет? Ну все, ребята, начинается резня, поэтому мы походу отсюда выйдем победителями. Походу. Не, ну прикольно, так-то эта штука, так и не бац, поехали по воде, один спрыгнул зачем-то, начал плыть к берегу, другой поехал, и в итоге оба померли. Так, осталось 3 человека, значит, где их искать? Ой, сейчас упадем, а. Ну, нет, не упадем. О, нет, не застряли. Нечаянно. Как дела? Как дела? Пока не родила. Просто толкни, она как бы перевернется, все четко. Я не знал. Ну, только надо нормально толкать ее никак. Ну. Но... Да, что-то. Твоя прямо так вот. Тыщ! Ну да, что-то такое. Она все, она застряла на месте. Она нас толкает, она. Вообще, что за бред? Я так больше не буду играть в эту игру, это страшная игра. Вон там люди стреляются, ё-моё, вы прикиньте, да? По нашим стреляют. Ребят, ставь все щиты, пожалуйста, под себя. Ну я бы сказал, что тебе... Вырубил вас, взорвав машину, блядь. Сука! Так ты сам себя взорвал, нет? Игрок вырубил... Так а ты зачем к ним подъехал, а не тиммейты поднимать? Да нет, мы тут. Да нет, мы в лобби сейчас окажемся просто. Ничего такого. Они вам хпшные отвечают. А кабан? Такое говно, я больше никогда не вижу. Я целюсь прям в голову, он стреляет куда-то на этом. Гениально, просто гениально. Я, кстати, одного даже нокал. Даже. Ой, что-то страшно. Как думаешь, если я закручу, меня не снимут? А, ну я не закручу уже. Зона-то пошла уже. Ну что, ловим ежей.
А у них, наверное, тачка есть. А что, они так и сидят там, это вообще психи. Вон, прикинь, за деревом один сидит. О, Мария побежал, побежал. Ой, не добежал. Извини, браток. Извини, браток, но ты не добежал. Спорт это не твое, конечно. Братан, а ты куда побежал? Ты куда побежал? Ой. Ну, короче, он зря побежал. Зря побежал. Он, короче, был в масхалате, поэтому мы это его не сняли. Ну, его не видно, он, походу, полз. Так, его тут полз, шел, спрятался вот тут, например, за камень. Ой, зона пошла. Беги! Беги! Меня тоже зона обгоняет. Да, мне повезло. Я просто лучший игрок, я просто знаю, как надо бегать. Я так завоевателя взял. Двух завоевателей я так взял. Так а где враг-то? Ты мне покажи. Он на горе, вот здесь, блядь. Это вся информация, которой ты обладаешь? Я тебя понял. Вон там щиты есть. Как думаешь, он за щитами или просто байтит? Да, он за щитами. Ну ты чё наделал? Я сам хотел, вообще-то, я тут такую маневры классные провернул. В общем, никогда не играйте с абаканом, потому что это очень опасно и вредит вашему здоровью. Ну что ж, на это видео подошло к концу, оно получилось очень быстрым. Надеюсь, оно вам понравилось, как бы. Ну и просто, ребята, не болейте, увидимся завтра. Пока.